Ребята, всем привет! Вы на канале «Все о смартфонах», и в этом видео я вам покажу одну очень интересную и самую полезную функцию смартфонов Samsung и приложение WhatsApp. Друзья, вы просто будете в шоке, поэтому сразу же начинаем, переходим к делу. Итак, смотрите, у меня здесь два телефона, один Oppo, другой Samsung. Зачем мне два телефона? А для того, чтобы позвонить с этого на тот. И все, в принципе, больше он нам не нужен. Итак, я сейчас себе набираю видеозвонок, звоню, все, убираю этот Oppo в сторону. Он нам больше не нужен. Итак, поднимаем трубку. Друзья, смотрите. Убавляем звук. Так. Блин, я слышу эхо свое. Сейчас разберусь с этим. Раз. О, все, почти не слышу. Супер. Итак, ребят, смотрите. Видите, здесь есть кнопочка. Вот она, вот она, вот она. Вот та самая волшебная кнопка, о которой мы сегодня поговорим. Смотрите, нажав на нее, у нас появляется фон, режим микрофона и настройки. Нажимаю, например, на фон. Смотрите, вот. Сейчас увеличу себя. К примеру, у меня сзади фон не очень. Нажимаю фон. Выбираю либо размытие, либо цвет. Вот такой, например. Такой, смотрите. Красота, согласитесь. А можно выбрать фото какое-нибудь. Нажимаем на изображение. И выбираем ваше изображение, например. Ну, пусть будет это. Все, окей, вот нажимаю готово. Все, видите? Всем привет! Вот с таким вот фоном я говорю. Короче, вот такая вот полезная функция в виде вот такой маленькой штуки. Нажимаем на нее, и здесь можно все это менять. Лучше выбрать цвет какой-нибудь красивый. Итак, далее у нас следующий режим называется режим микрофона. Вот он. Нажимаем сюда, здесь в приоритете голос, либо в приоритете все звуки. То есть это улучшает слышимость нас у соседа, ну то есть собеседника. Далее настроечки, и в настройках мы можем поменять эффекты видеовызова. Добавить какие-то цвета, добавить еще несколько фото. И в каких приложениях можно использовать эту функцию? Как мы видим, в WhatsApp и Duo. Больше у меня нет приложений, которые поддерживают эту функцию. А теперь давайте я вам расскажу, как добавить такую же функцию на ваш смартфон. Возможно, ребят, это будет работать и на других смартфонах. Я точно не знаю, но вам нужно это попробовать. Итак, для начала вы идете в браузер и вводите название приложения в Гугле, пытаетесь найти APK, установить. А те, у кого Samsung, мы делаем следующее с вами. Идем в Galaxy Store и вводим видео Call Effect. Вот это название вы вводите в Гугле, пытаетесь найти. После того, как скачали и установили, мы с вами, ребята, что делаем? Правильно, идем в настройки. И вот на поиск нажимаем, вводим видео E. Достаточно этого будет. И мы попадаем в дополнительные функции эффекты видеовызова. Вот эта функция в самом внизу. Если вы ее хотите отключить, нажимаем вот сюда. И эта функция будет отключена. Ну а если наоборот включить, нажимаем, и она включится. После этого при разговоре с кем-то в WhatsApp у вас эта функция будет появляться. Ну что ж, пробуйте и пишите ваше мнение в комментариях, как вам эта функция, понравилась или нет. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.